Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Мы находимся с вами в нашем физическом магазине «Все для клёва», который открылся на Бочарова 50. И сегодняшнее видео в рубрике «Обзор товаров». И если мы что-то показываем в нашей рубрике «Обзор товаров», то это только то, что действительно достойно вашего внимания. И в сегодняшнем видео речь пойдет о нашем крючке, нашем брендовом крючке «Все для клёва», друзья. Вот этот крючок. Но в упаковке вам ничего не говорит, давайте посмотрим на него поближе. Друзья, представляю вам новый наш брендовый крючок, выпущенный под брендом «Все для клёва». Это 103-я серия, 103BN. То есть он из прочной углеродистой стали с покрытием черного никеля. Этот крючок выпущен в трех размерах. Это номер 10, номер 8 и номер 6. Уникальность крючка заключается в универсальности, потому как им можно ловить всю мирную рыбу. Это очень надежный крючок с прекрасным отношением цены и качества. Вы помните, друзья, я вам практически каждую рыбалку говорю о том, чтобы вы меняли крючки как можно чаще. Так вот, теперь у вас есть возможность это делать практически постоянно, каждую рыбалку, и не только каждую рыбалку, а и во время рыбалки по несколько раз, потому как цена народная. Вы можете сказать о том, что этот крючок похож на крючки других брендов и очень похож на Гамакацу, в частности на F22, но этот крючок немножко не такой. Так вот, у F22 вот лобовая часть крючка, вот здесь вот, немножко заостренная, вот, а у этого более такая широкая. Затылочная часть крючка более расширена, чем у F22. Это сделано для того, чтобы намного лучше держали зерновые, такие как горох и кукуруза. Именно для ловли карпа этот крючок предназначен в первую очередь для ловли карпа. За счет расширенной затылочной части крючка на него можно подцепить несколько опарышей, что может привлечь крупного карпа, и леща, и карася. То есть, ну, по большому счету он универсален, этот крючок. И этим он мне очень нравится. Также этот крючок будет эффективен с волосяными оснастками на карповых монтажах. Друзья, как вы видите, жало крючка немножко отклонено от самой оси крючка в сторону. Это нужно для того, чтобы минимизировать количество сходов рыбы, особенно на конечном этапе вываживания. Я думаю, что у многих из вас именно такие моменты случались, когда уже вот рыба должна быть в садке и происходит сход. Так вот, наши деды, старые еще, когда-то свои советские крючки, брали плоскогубцы и гнули их в сторону. Вот это как раз для этого и сделано. Друзья, а для тех, кто досмотрел это видео до этого момента, я покажу настоящую магию с этим крючком. Представьте себе, да, что правая моя рука – это рыбак с удилищем, да, который вываживает уже карпа, да, он это удилище то вверх поднимает, то вниз, то влево, то вправо. И если мы представим себе, что в рыбе находится жало крючка, да, и можем посмотреть, как ведет себя это жало крючка именно в пасти. То есть под разным углом приложения силы жало крючка будет параллельно прилагаемой силе, то есть вот параллельно этому шнуру. То есть оно все время будет смотреть на шнур в любом варианте направления этой силы. Это говорит о том, что количество сходов рыбы будет минимизировано, и вы всегда будете с уловом. Но если сравнить с другим крючком, вот я связал поводок с крючком одной известной фирмы, и сравнить, вот, проделав такой же самый опыт, то я вижу, что жало крючка не параллельно шнуру. Жало смотрит куда-то вниз, и это говорит лишь о том, что вероятны сходы. Друзья, вы видите, что жало нашего крючка всегда смотрит в сторону силы. Видите? А то жало, ну, непонятно куда смотрит. То есть есть вариант того, что на том крючке будет больше сходов, на нашем меньше. Попробуйте провести такой же эксперимент со своими крючками и проверьте, насколько они эффективны. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Все для клёва». Очень надеюсь, что я помог вам разобраться с крючком. Теперь вы знаете, какой крючок самый лучший для рыбалки.
И надеюсь, что наш крючок вас никогда не подведет. Это во-первых. А во-вторых, приходите к нам в магазин «Все для клёва» на Бочарова 50. Это рынок Початок в Одессе. И не забывайте секретный пароль. «Все для клёва» – это клёво. И вам сразу же делают скидку в 10%. А также угощают кофе. Ароматным кофе. Встретимся на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.